По первому контракту, заключенному с Ульяновской подрядной организацией, работы по ямочному ремонту дорог должны быть выполнены на площади 860 квадратных метров. В настоящий момент подрядная организация приступила к ямочному ремонту горячим асфальтом. Значит, прошли уже улицу Куйбышева, порядка 160 квадратных метров там отфрезеровали. Сейчас вот улицу Гоголя. Далее ремонтные работы будут проведены на улице Кирпичной, Гагарина и проспекте Автостроителей. Фрезеруем, потом продувка идет, и проливку будем проливать, сегодня же укладывать. Какой объем работ вы в день выполняете? Фрезеровка вместе с асфальтом где-то 150 квадрат делаем. Следующий контракт с подрядной организацией будет заключен на выполнение работ порядка 1500 квадратных метров. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.